Це ранок на сьому, в нас вже весело. Де? Де наша кадр? Де? Куди дивитись? Діма, де наш план? Куди це ранок на сьому. Проходьте, проходьте. Так. Тому що в нас вже з'явилися гості. І зараз із задоволенням будемо їх представляти. Діма, ти сюди. Діма, заходіть. Діма, заходьте, заходьте. Діма. А хто крайній? Сюди, Діма, здесь. А ви занімали? Занімали очередь мужчин. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Представляємо вам наших гостей. Я Сергій, виконавчий продюсер фестивалю «Комедіада». Доброго ранку. Олег Савченко, художній керівник театру «Кабаре Буфон». Ну і актори театру «Кабаре Буфона» – це Дмитро Мурашчі. Діма. Оксана Рудковська. І Іван Суркан. Браво! Ой, який гарний. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Чуєте, помилка невеличка. Наші друзі з «Кабаре Буфон» не змогли прийти. Прийшли ми сьогодні, а ми «Оранж Мод» сьогодні. Так. Зараз будемо з'ясовувати. Це гримуча змія. Так, ми сьогодні зранку намагалися тут якось жартувати, но, але розуміємо, це було дуже що кисло. Це не наше. Так, це не наше, це нам не всі так складно це робити. Тому давайте розпочнемо комедіаду. Так, ми ж для цього зібралися. Так, давай. І що, як в цьому році, скажіть, будь ласка? Давай, хто перший? Хто перший? Раз, два, сміш. Не. Давай. Чомусь ми не приймали участь в цьому. А ви що? Давайте. Давай. Що, хто починає? Суй, блядь. Суй! Тише. І що? А, все вийшло. Бінокль. Сьогодні у тебе впали сережки. Победила дружба. Так, пошлювайте, розказуйте. Розповідайте про комедіаду, що в цьому році, як в цьому році все це взагалі планували і як відбудеться. Я почну розказувати, сразу предупреждаю, мене будуть перебивати, мішати. Ні в коєму случаї. Чому ти сразу говориш, що ми тебе будемо перебивати? Тебе хтось коли-то перебивав взагалі? Так я от хотіла розказати якраз, спасибо. Комедіада, 2021 год. Как-то вот второй год уже нам пытаются палки в колеса вставить. Вот, иногда получается. Пальцы. Вот, пальцы. Маски. Маски. Да, да, да. Маски в колеса. В этом году, вот сейчас традиционно 1 апреля, но мы не можем сидеть на месте, как бы нас ни... Потому что, это знаешь, заметно. Почему? Потому что у нас шило. Вот. Что за шоу, ребята? Так. Шила, да, поэтому мы вот в этом году решили такой марафон совершить телевизионный. Мы вот начинаем с вас, ранок на 7 канале. И дальше пойдем. Дальше пойдем по телеканалам. Можно я скажу? Да, не надо. Дальше пойдем по телеканалам. Вот смотрите нашу страничку в Facebook, Комедиада, так и называется. Вы зараз також у Фейсбуці йде трансляція? Ви зараз? Ні, ми потім... Ми у вас касету візьмемо. У вас же унікальна, ми ж хотіли, щоб... Да, щоб ранок... Касету, щоб нам дали, треба, щоб ми могли... У нас тільки платівки, на платівку. Бабін, бабін. У нас є. І ми в Фейсбук вставимо і будемо... Зразу Фейсбук. Старовер. А як робити? Я не знаю. Будемо сьогодні шухер наводити от так от з екранів телевізорів. Ну це ж повинна була бути ювілейна, так? Так вона ще буде. Це повинна була взагалі бути комедіада ювілейна 2020. Да. Ще 21 рік. Звісно. Ага. Ми повинні були. Ювілей переноситься вже. От. Так ви вже який год ювілей празднуємо? Скажіть, будь ласка, як воно жартувати не на сцені, не перед глядачем, а ось перед якимись дивними... Один великий комік, когда его спросили, ну и где ты будешь шутить? Он сказал так, где бы ты ни был. Нет, давай еще раз, давай так. А я давай сразу разыграю. Это, кстати, один великий комик. Ну и где ты? Один великий комик. Один человек, который задает тебе вопрос. Ну и где ты будешь шутить? Да где бы ты ни был.
Вот так. Вот. Собственно, мы вот, вот где бы мы ни были, там мы шутим. Где бы мы ни были, мы стараемся вести позитивный образ жизни, потому как ну, многие восточные мудрецы говорят, что все плохое, в том числе и болезни, приходят тогда, когда человек унывает, когда у человека идет апатия, уныние. Уныние – это грех, на самом деле. Безусловно, это один из семи грехов основных. Вот, поэтому не нужно унывать, нужно всегда... И вообще, вообще у артистов же говорят, артисты, актеры... Сцена лечит, да? Ну вообще, сцена лечит. А у нас сегодня телевидение лечит. Вот. Но сцену нельзя, мы на телевидении. Тут сцена, видишь, вот, смотри. Подиум, сцена. Ефір лечить. Ну, а взагалі, а як ви планували провести сьогоднішній день? Якщо б не. Якщо б не. Утром собираются все гости, приезжие. Не, все на начинается самом деле, 27-го. Уже, да, 1 числа это уже завершающий такой день нашего фестиваля «Комедиада». Но парад. Он совпадает с «Юмариной», общегородским таким праздником. Обычно 1 апреля мы уже подводим итоги конкурсной программы, которая была несколько дней. У нас отовсюду гости из Канады, я имею в виду так, дальние точки, из Японии. В общем, только вот из Австралии, по-моему, не было. Так отовсюду. И это конкурсная программа, и 1 апреля мы идем всем шествием, все вместе. Никто еще не знает, кто победил, потому что вручение происходит на главной площади города обычно. И мы шумим, показываем большой концерт, гран-при вручаем, целуемся, обнимаемся, идем. Банкет! Нет, это потом. Потом в доме клоуна концерт. Вот, но это все мы просто перенесли, и в любом случае все это будет. А взагалі, не думали зробити онлайн? Щось там по Zoom якось зв'язуватися? Можна я скажу? Або якісь блоки запитувати в YouTube, викладати. Подробніша практика була попиток онлайн-спектаклей, шоу, різних форумів, но... живого общения это никаким образом не заменит. Ну, здесь. Я не знаю, может быть, в будущем изобретут какие-то новые технологии совершенно, которые будут передавать энергию. Полностью присутствие человека, может голограммы. Быть. Я в этом сильно сомневаюсь, потому как в любом случае дух, который находится вот так вот при общении с человеком, ты его ну никак не передашь. Это вам тяжко, чи глядачам тяжко сприймати ось все? Ну, по-перше, глядачам, тому що глядачеві, розумієте, тут повинно бути таке своє рідне 4D. Mm-hmm. Да? Людина повинна бачити все з усіх боків, вона повинна відчувати ці тонкощі. Ну, ми відчуваємо. Так, посумували і досі. Давайте, гумор просто це така кайці, дуже жвава, дуже гнучка історія і дуже сучасна. Йо, гумор це і про сьогодення. Який топчик, я не знаю, жартів, анекдотів, про ось цей коронавірус, маски, будь-що у вас є? Розкажи, анекдот. Тільки так, щоб можна було в ефірі сказати. Про собак. Розговорюють дві собаки во дворі. Одна вторую спрашивает, слушай, а почему сейчас люди вот намордники напялили? Только сейчас. Она говорит, да что ты удивляешься? Мы ж первые в космос полетели. Смейтесь! А расскажи про стриптиз... Не, не надо. Да нет, давай. Который можно. Который можно, да, давай. Не подскажи. Стриптизерша! Смешно рассказывай. Давай, смешно рассказывай. Все, пошел! Давай, сразу с козырь пошел. Стриптизерша раньше времени выскочила из торта и ударилась о крышку духовки! А при чем тут ребята попросили про тему вот эту вот? Так они тут просто хорошие. А тут хорошие, какая разница? Она в маске была. Мы вообще анекдоты не умеем рассказывать на самом деле. Не наш. Не наш. Но мы понимать умеем, слушать, смеяться умеем над ними. Да, это особый дар. Может, вы нам расскажете? Понятное дело, мы шутим этот день. А вот вы? Ми намагалися, намагалися. Розумієте, люди, які намагаються жартувати, це ж не всі можуть, це ж не дарма, це мистецтво, ну не знаю. Всі можуть. Всі можуть, але не всі жартують добре. Тому ми можемо, але...
Смотрите, если вам сказали, что вы погано пожартували, то это у людини погане почуття гумору. Ні, це, знаєте, це внутрішній цензор каже, господи, мовчи, дурне, мовчи, жінки, взагалі, ну це треба бути винятковою. Ні, це тільки виняткові жінки можуть жартувати, там все інше таке. Ой. Що, в які, куди йдете далі, скажіть, будь ласка, де будете далі? А можна називати імена других телеканалів? Ми йдемо на другий телеканал, ну ми йдемо на вулицю сьогодні ще, в 10 часов. Мы в 10 часов, вот это очень скоро, пойдем. По киевскому времени. Прогуляемся, тихонько. Фотосессия у нас будет. Фотосессия, да, фотосессия. И мы хотим запечатлеть видео. Этот день, да, чтобы все-таки, ну, если мы каждый день выходим на улицу, то и в этот день мы должны хотя бы на фотографиях запомниться. Вот просто мы каждый день без костюмов выходим, да. А сегодня в костюмах. А вот вы просто ось так, да, 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 яскраво, да. То... Да, да, сегодня да. Чудовая погода. Сегодня будет яскраво, да, на, да, Приморском бульваре. Да. Так что мы осветим ее. И так солнце, а мы еще больше его. Да, мы это делаем в большей степени не для того, чтобы там устроить какой-то карнавал. Это мы делаем для наших заграничных коллег, почитателей, зрителей. Мы выйдем в Фейсбуке в онлайн-режиме. Помашем ручкой, передадим всем привет. И потому как все сейчас во всех концах мира, мы уже по Фейсбуку сегодня утром видели, все скучают, все уже шлют какие-то нам приветы на японском. Вот уже в 6 утра Нана, да, прислала из Японии, а у них же что время из Венгрии, по-другому. Да, ну да, страна восходящего солнца. Да, да. Чэньчанчу из Китая. Нет. Скажіть, якась порада для всіх там наших глядачів, тому що ну якось налаштуватися так на сміх, на радість не кожного дня можливо. Іноді прокидаєшся і розумієш, що ти ну не в гуморі, не в настрої. Що треба робити? Як себе якось налаштувати? Що як друг, ви взагалі як друг твій говорить? Як не плакати? Ми ж тут, не треба тут розказувати. Це ж буде в обід. На этом же канале. Смысл? Не, про друга расскажи. Не, не надо, не надо вот это. А вот. Про друга можно? А что не друга? Надо? На. Что такое? А что не надо? О, а вы говорите шутить. Вот все. Железобетонная правда. Как говорить? Лил, так. Один наш друг, зовут которого Мюнхгаузен. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Ведь самые большие глупости делаются с умным выражением лица. Оп! У меня мурашки, похоже. Ага. Да. Это я рядом. Ви один над одним вже як сьогодні якось пожартували. Я розумію, що це не в себе спина біла. В основному Паяна позвонила мені і говорить, що вона не буде сьогодні на ефірі. Да, ми вже їхали к вам, Олег говорит, Яна, доброе утро, с праздником. Ну, не получается у меня сегодня с вами поездить, не получается. Я говорю, ну, слушай, ты меня разбудил. Не сильно расстроил? Я тоже, да, я тоже никуда не еду, так что как-то с ребятами. Ну и дальше пошло. Тут, кстати, и Дима со мной рядом в машине не едет. Не тоже, да, да. На самом деле, смотрите, рецепт еще один есть, очень простой, да, вот если там правила не подходят человеку, многие боятся переступить вот эти вот там границы, да, там всякие тренинги с улыбками и так далее. Просто заходите на страничку в Фейсбуке «Комедиады». Там вот такенный список, где, когда, во сколько, с кем, каким образом мы будем махать ручкой людям, да, там с телевизионных экранов, с Фейсбука. Люди это могут увидеть и сегодня целый день наблюдать за нами. Насколько я знаю, даже сегодня еще в одной программе на 7 канале мы будем появляться в повторе. Да, мы вчера записывали ее. Поэтому мы только у вас сегодня на протяжении дня, да, как минимум уже два раза появимся. Они могут просто не выключать 7 канал и смотреть уже ждать нас здесь. Да, вы можете крутить, кстати, вот сейчас записать, кассету вставить и по кругу. Хорошо, что мы вчера остались тут и ночевали. Не надо было ехать. Удобные диваны здесь. Удобные диваны, да. Ну, а ви самі як налаштовуєтесь? Що робите для того, щоб підняти собі настрій? Посмішка, так, нам вже десь вухо підказала. Тренінг. Розкажіть. Розкажіть. Студія. Це ви розкажіть, так. Ну, ладно, давай. Давайте, ще раз. Не всі дивляться ту передачу, де ви були вчора. Ой-ой-ой. Так, утром просипайтесь.
Идете первым делом, в зеркало смотрите, в ванной у всех же зеркала есть, вот, смотрите на себя. Ну, там по-разному бывает утром на себя смотрят. Ну, да. Вот. Да. А тут как бы вы ни смотрели, кто бы на вас оттуда по ту сторону не вот заглядывал, нужно так расслабиться и улыбнуться. И поставить таймер на одну минуту. И пусть это будет механическая такая улыбка, пусть это будет просто вот физиология вашей, эти тысячи мышц пусть работают. Но в какой-то момент через минуту вы поймете, что уже оно начало на вас само работать, и вы мотор уже... Моторчик уже запустился, да. И пусть вы, когда улыбку опустите, у вас будет крепатура и какой-то вот дискомфорт, но вот это вот ощущение, оно вам будет помниться. Это фитнес-фейс, да? Наверное. Но вот по поводу улыбки это класс. Попробуйте. И, ну, несите это один день, по крайней минута, мере, минута до вечера. Только, минута. А я сразу, вот флешмоб мне придумался такой, да? Вот вы же тоже в Фейсбуке, да, там где-то в социальных мережах? Десь там. Так. Вот у коментарях хай люди зараз скидують, так от посміхаються. Посмішки свої скидують нам на скрі. Сьогодні особливо, у день гумору, у день дурня, це, мені здається, необхідно. Слухайте, а чому взагалі день жартів, день гумору називається день дурня. Це ж тому абсолютно ми дурні речі. Ні, навпаки. Не знаю. От ви ніколи чому? Смотрите, на самом деле дурак это не обидне слово. Да? Есть придурок, это уже, конечно. Конечно. Придурок немножко обидненько. Дурак это такое, знаете, к блаженному ближе, да? А блаженные, они максимально близки к Богу. Вот. Поэтому дурак это такой человек максимально свободный. У нас на самом деле дурак это комплимент. Вот у клоуна, да, дурак. Классно. Так вот, Академия дураков есть. Ну, типа, не, ну типа, вот вы дураки. Да. Да, это комплимент, yes, да. Yes, yes. Вот да, у нас да, есть спектакль вот. 4D придурки. Там, да, конечно, уже обидно. Сами назвали. Так что это почетно даже. Вот, и еще есть такое выражение, опять же, из правил, да? Умные люди действуют в одиночку, а дураки собираются в стаи. Само-то у вас так багато. Так там еще 10 человек, пока не заходите в кадр. Стойте. Ребята, летные. І коней придержите, як поняли. Ян, якщо згадувати усі комедіади, які вже пройшли, яка, на ваш погляд, була найяскравішою, яка запам'яталася найбільше, може? Ой, ви знаєте, кожен год, ближе вот к этому времени, когда март, начало марта, середина, начинают вспоминаться предыдущие фестивали. Особенно классно, что Facebook есть, и он тебе еще напоминает. Да. И вот даже было несколько лет таких немного странных, потому что это был, по-моему, 14-й год или 15-й, когда такие в стране были сложности, мы были ограничены. Вот. Ну, не только там как материально, там, морально, а морально ограничены, но мы все равно выходили на парад, и все равно даже вот такое не очень амплитудное все это действие, не очень длинное, там не 5 дней, а 3. Спасибо. Вот. Оно даже еще более, ну, такое уникальное, эксклюзивное, поэтому очень сложно сказать. Но кажется, что вот все-таки 10-я комедиада, которая состоится рано или поздно, она будет такой самой масштабной. Бомбовой. Вот. А вообще каждый год все интереснее. Она будет как первое вино, которое держится. Первая комедиада, наверное, самая запоминающаяся. Это как рождение. Как первая любовь. Первый ребенок. Как первый ребенок. Ой, первая. Як остання. Так, я зараз вас попрошу сконцентруватися. А, это ж ми не вміємо. Максимально напружитися. Якось зібрати всю волю у кулаки. Ой, я хочу. Та наостанок, як видати хвилю жартів, гарного настрою всім нашим глядачам. Максимально. 3, 2, 1. Все, Максим, и клоунада, это все. Комедиада!
вы хотите, и от этого вам будет только лучше. Да. Ура! А все? Так, друзі, все, ми не жартували весь ефір, але за нас це зробили ось ці класні люди. Давайте селфі, а зараз ми йдемо на рекламу.